Здравствуйте, давайте решим задачу. Женя и Катя поймали ящерицу. Длина ее тела 17 восьмых дюйма, а длина хвоста 10 восьмых дюйма. Чему равна длина всей ящерицы? Наша ящерица покорно стоит над линейкой. Одно деление линейки соответствует одному дюйму. Каждое деление разбито на 8 равных частей. Это 1 дюйм. И у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 равных частей. Давайте посмотрим. 17 восьмых дюйма. Отложим эту длину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это отрезок длиной 17 восьмых дюйма. Из рисунка видно, что это то же самое, что и 2,1 дюйма. 17 разделить на 8 равно 2 и 1 в остатке. Ну, не будем на это отвлекаться. Это длина тела ящерицы 17 восьмых дюйма. Мы только что отсчитали 17 восьмых. 17 восьмых. Далее в условии написано, что длина хвоста ящерицы 10 восьмых дюйма. Отложим эту длину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Длина этого отрезка составляет 10 восьмых дюйма. 10 восьмых. Это длина хвоста. И нас спрашивают, чему равна длина всей ящерицы. Для того, чтобы найти длину всей ящерицы, нужно сложить длину тела и длину хвоста. 17 восьмых плюс 10 восьмых. В знаменателе будет 8. В числителе будет 17 плюс 10. И это 27 восьмых. Общая длина ящерицы составляет 27 восьмых дюйма. И если мы хотим записать это число в виде смешанной дроби, мы можем сказать, что 27 разделить на 8 равняется 3 и 3 в остатке. 27 восьмых – это 3,3 восьмых. Мы можем посчитать это по нашей линейке. 1, 2, 3 целых и 1, 2, 3 восьмых. Эти две дроби равны. На этом все. До скорых встреч!